Хеллоу, друзья, с вами SteveProи сегодня я покажу текстуру пак Findful для Майнкрафта Pocket Edition. После установки текстуру пака ваш Майнкрафт изменится до неузнаваемости. Да, он вправду станет очень классным. Если кто-то не знает, то текстуру пак Findful изменяет стандартные текстуры, делав их более высокими и четкими, в том числе и сглаженными. Ну что ж, во-первых, здесь у нас бегает грибная коровка, которая попала случайно, совершенно случайно, она очень классная и почему-то не хочет с нами здороваться. Но, как видите, трава у нас внутри, к сожалению, вот такая, но внутри она подальше вот уже такая. Я не знаю, возможно, это баг. Да, друзья, это баг текстур пака, который, надеюсь, я исправит. Ну, а теперь давайте закроем все дырки и перейдем к нашим дебилам носатым. Вот так они у нас выглядят, и правда, это текстур пак, который изменяет просто качество. И делает просто все очень качественно. Да, привет, коровка. Ты не хочешь здороваться? Ну, ладно. Также, как видите, у нас вот такая пирамида, можно даже не заметить, что у нас новые блоки, но на самом деле все стало очень четким и очень красивым. Также предметы в руках выглядят просто замечательно. Да, смотрите, как выглядит и кирка, медь. А также сейчас я вам покажу один баг, который есть во всех текстур паках. И многие говорят, что это не баг, а так должно быть. С разрешением это баг, но это совершенно не так. Это совершенно обычный баг, которого раньше не было. И разработчики Майнкрафта, надеюсь, это исправят. Ну да. Да, как видите, яйца все нормально, а вот именно мечи, кирки и многое другое ставится совершенно неправильно. И это тоже очень неправильно. Ну что ж, вот такой текстур пак у нас был сегодня, но на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.